хороший материал. Выехали пораньше. Думаю, успеем доехать до 12 домой, вернуться. Время 8:40 почти. Покажем, где я что забираю, цены какие, все покажу. Просто интересно, сколько нам этот дом теперь обойдется построить. Трейлер зацепленный, дети накормлены. Ну а мы помчались, а вы с нами, как всегда. Короче, вот я приехала, забирала я свои трассы, все сготовили. Думала, все быстрее будет. Мозги пропарили. Вот любят они людям мозги долбать в этих компаниях. Тут и делают трассы, тут у них такая своя шарашка. Магазин, все продают, все, что хочешь. Вот они, моя крыша. Я уже все привязала, все забрала. Забыла еще одну коробку купить. Шпаклевку, щитрак мне надо там пошпаклевать дома. Совсем с башки вылетело. Заказала я железо на крышу, на сарень. Все готово. Еду дальше. Работа, работа, работа. Надо собирать весь пакет. Сегодня на улице холодно. Плюс 6. Пропарилась я. Сегодня у меня уже пятница, вторая моя походка. Время 9 утра, пятница, 28 мая. Проехали мы больше половины пути, как видно, загружены, все хорошо. По улице был немножко дождик, но мы сейчас до границы еще не доехали, почти уже там. И мы сейчас заправляемся, покушаем с детьми. Да, Филипп? Где ты? Здесь. И будем ехать дальше. Руфь, привет! Привет! Подъезжаем мы до патруля, до северно-западной территории в Канаде. Тут у них такой гоп-стоп называется, Канада. Остановиться надо, вот, провериться, документы предъявить, причину предъявить, что ты к ним сюда едешь. Ну, в деталях я это потом все объясню, расскажу, что сюда надо, как сюда надо заезжать. Там синенький такой домик, их не стоит. Сейчас оттуда два человека выйдут. В общем, мы доехали на наш кебан. Вторая наша походка была. Вот. Пропустили нас сегодня очень быстро. Имя уже мое знают, фамилию тоже. Детей тоже всех спросили, только сегодня единственное, где мужа потеряла. Я им сказала, а он у меня работает, деньги зарабатывает. Я трачу, а он зарабатывает. Все как полагается. В общем, мы уже разгрузили фанеру, остается нам доски, железо и трассы. Сегодня вообще такой у нас груз нормально нагруженный, легко мы ехали, быстро ехали по спид-лимиту. Покормила детей по дороге, молодцы, работают. Взрослые люди так не работают, как мои дети. У меня дети молодцы. О, соседи катаются. Ну, в общем, будем показывать наш прогресс нашего сегодняшнего дня. Как оно все будет. Опять комары вылезли. Вот вы сильные люди. Где вы?
Нам еще 4 штуки осталось. И мы ее сделаем. Мы сейчас пойдем гулять, оставайся с нами. Вот на такой технике рыбаки зимой, которые занимаются ловлей рыбы зимой, они ездят вот именно вот на таких машинах, потому что мороз сильно большой, а тут печка, все, короче, есть. И у них еще такие трейлеры есть, что цепляются сзади, они когда сетку выкидывают. Вот это дамба, а тут канал, это речка, которая впадает в озеро. Если попасть вон туда, там будет озеро. Она впадает туда. И если пойти вот сюда, поехать, то там, короче, попадешь ты в другую речку. Как они он их вытягивает, что может произойти там у них на работе. Все такое короткое видео я сделаю. В общем, он пока на работе. У меня есть время повозить материал нам на дом. Потому что каждый раз, как я перехожу границу, мне надо заполнять вот эти все планы, которые с этим ковидом, короче, надо в изоляторе сидеть. Не в изоляторе, нет. На карантине. То вот этот, короче, мой карантин мне открывают, насколько я им говорю, кто едет, когда едет, в какое время будет приезжать, для чего я приезжаю сюда. И я им это письмо такое составляю, и они потом мне дают добро. И, короче, мы едем, грузимся, едем. Вот когда я подъезжаю на границу, там камера стоит километров за 10, они уже видят, что я еду, они меня уже ждут.
Ну, проверили, сегодня были хорошие ребята, уже по имени знают, посмотрели, что привезла, спросили, насколько я набрала. Я им, короче, сказала, то, что сегодня я материал привезла, железо, материал, фанеру и трассы, это у меня ушло на 7 тысяч. Я еще вчера инсуляцию купила, оставила я ее дома, то, что дождик был сильный, Игорь меня уже не грузил вчера. Я еще инсуляцию купила на весь дом. Я вчера ее забрала. Я заплатила 300. Ну, сколько мы уже сюда вложили? Около 15, но еще не совсем 15. Ну, пока щитра купим, пока все остальное. Туалет, ванну, кухню, полы. Ну, еще, думаю, на 10, на 15 тут точно. Дом будет небольшой, экономный, легенький. И мы его хотим сделать за лето. Ну, посмотрим все, как карта ляжет. Ну, ладно, мои дорогие. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что вам нравятся эти видео. Спасибо за подписки, за отписки. Я не обижаюсь. Ну, давайте тогда. До встречи. Trying to pull him out. If I can't, he's gonna have to get somebody else. Come on,